Новый месяц начался с хороших новостей для автомобилистов. Дешевеет проезд по подмосковному участку трассы Москва-Петербург. В среднем на треть. Иными словами, от столицы до Зеленограда, в зависимости от дня недели и времени суток, тариф от 100 до 250 рублей, а не 150-350. До Солнечногорска и все 500 было до декабря, когда водители стали игнорировать платное шоссе и вернулись на старую Ленинградку, а вместе с ними пробки. Вот наглядное сравнение на ваших экранах. Заторы пока остаются. Компания, которая управляет трассой М-11, начинает работать по новым ценам с этого четверга, 4 февраля. И оставит их до апреля, пока не будет выработана, цитата, «оптимальная стоимость проезда». Сделать ее адекватной, напомню, потребовал Владимир Путин на недавней встрече с активистами Общероссийского народного фронта в Ставрополе. Необоснованными тарифы сочла и Генеральная прокуратура.